Всем привет! Предыдущее видео не всех убедило. Говорили, что сайт, на который я ссылаюсь, фейковый, и что компания AniMarketing мне за это видео заплатила. Сейчас мы разберем платформу для аналитики веб-сайтов SimilarWeb. Набираем AniMarketing, обзор веб-сайта. Всего посещений сайта 39,6 миллионов. С каких устройств сидят посетители, мобильная версия или компьютер. Видим ежемесячные посещения сайта и уникальные ежемесячные посещения. Опустимся чуть ниже. Мы видим, что посещение сайта только растет. Опускаемся еще ниже. Лучшие страны, популярные поисковые запросы. Еще чуть ниже опускаемся. И видим исходящая реклама. То есть это сайты, которые рекламирует AniMarketing. Популярные сайты, получающие трафик через объявления с выбранного сайта. Тут мы видим известные нам сайты, такие как Lenovo и RentalCars. Сейчас мы перейдем на один из них. Мы перешли на обзор RentalCars. Видим, что посещений 6,3 миллиона. Также можно посмотреть все про этот сайт. Но мы опускаемся ниже. Самый конец странички. Так. И видим лучшие издатели, то есть лучшие источники рекламного трафика на выбранный сайт. Мы видим здесь медийная рекламная сеть. Это серверы, которые доставили рекламу на выбранный сайт. Среди них мы видим Admitat. Нажимаем посмотреть больше издателей. И видим домен, с которого переходят на выбранный сайт AniMarketing, который, в свою очередь, работает через сервис Admitat и другие способы продвижения. Давайте посмотрим другой сайт, например, Tdbuy. Здесь AniMarketing в первой строчке, то есть большинство трафика на этот сайт приходит с AniMarketing. Можно посмотреть еще один Black Star Wear, магазин одежды. Здесь также AniMarketing в первой строчке и Admitat 92%. Зайдем на сайт AniMarketing Online Shopping, чтобы убедиться, что эти магазины наши партнеры. Здесь мы видим Black Star Wear, также набираем Rental Cars и магазин Tdbuy. Какие еще нужны доказательства?